Ты готов? Все, ready, да? Ну, с победой поздравляю. Все-таки вот основные аспекты вашей игры, которые позволили команде два раза подряд, да, по три очка взять. Спасибо. Ну да, мы две игры как бы сыграли, я считаю, очень хорошо. И мы играли то от обороны, то и выходили в прессинг, и у нас получалось очень плохо. Всю неделю как бы мы, ну, разбирались, соперники смотрели видео. Я считаю, то, что мы подготовились хорошо к этому сопернику. И взяли 6 очков. Ну, в принципе, игра на 3 результата. Была установка такая, что ловить соперника на их ошибках? Нет, ну, было то, что играть на контратак, но мы все равно, бывало то, что мы выходили в прессинг и забирали мяч там. То есть, когда как получалось, то на контратак, то так выходили. Второй матч подряд, вы подсаживаетесь на 5 фолов в конце второго тайма. Дисциплина как-то вот наоборот, да, играть жестче? Ну, что-то это, да, уже много матчей, часто сидим на 5 фолов. Ну, не знаю, потому что, наверное, играем агрессивно и где-то, ну, фоли, ненужные фолы зарабатываем, которые не надо, в принципе, зарабатывать. Все, спасибо.